Лекция на тему вычисления и задержания наркотиц. Лекция на тему вычисления и задержания наркодилеров. Агент, находясь в маскировке, приезжает на центральный рынок, осматривает лавки. Как только агент обнаружил неизвестное вещество, он должен включить камеру и зафиксировать покупку неизвестного вещества, а также лицо продавца. Убрать неизвестное вещество в zip-пакет. Агент направляется в медцентр для экспертизы вещества и заключения от доктора. Агент после получения положительной информации собирает состав, группу задержания, состоящую из двух или трех агентов. Также нужно иметь при себе обязательно тайзер. Выезд на место сбыта и задержание продавца. Да, задержание продавца. Объявите в федеральный розыск. Засчитать права. Не привлекать внимание. После... Да, не привлекать внимание. Приезд в полевой офис ФБР. Допрос дилера, установление его личности, а также составление досье и фиксация допроса. Арест в случае, если дилер отказывается сотрудничать. Ну, сотрудничество именно. Чтобы он отказывается... Блин, вот вопросы задаются. Кто тебе дает наркотики, чтобы ты их распространял? Да, там наркобарон какой-нибудь, либо... Ну, картель или еще что-то, типа. То сразу же это... Чтобы он на крысой нашей был. После допроса агент составляет кейс в архив бюро. Вопросы есть еще какие-нибудь? Нет, нету. Лекция на этом окончена.